Ну, такая маленькая ремарочка. Семья Пахомовых у меня очень родная и близкая семья, потому что наши папы вместе служили. Вот, и... Да. И так повелось, что мы семьями стали дружить. И, да, и... Сережа, Таня и Даша стали очень близкими мне людьми, близкими и родными. Вот, Бляшка, она мне свой человек. Мы как обещали, пришли к Костусе, послушали. Так приятно, Бляшка, она полностью мой человек. То есть я ее понимаю. Я, у нас очень вкусы совпадают. Вот, и когда я впервые увидела Илюшу, я поняла, что Илюша, он на самом деле тоже наш человек. Такие наши люди. Да, потому что очень с ними легко. Они настолько гармоничны, настолько они... Вот на самом деле без там приукрашивания созданы друг для друга. У них даже, если задуматься, у каждого имя состоит из 4 букв и 3 буквы имен у них совпадает. Вот так. А я уже тогда поняла. Да? Ребята, мы вас от души поздравляем. А, еще момент. Когда я увидела Илюшу первый раз, я вот почему-то так задумалась и представила вот именно эту картину. Я вот была полностью уверена, что мы обязательно вот соберемся в таком кругу. Понятно. Надо рассказывать. Да. Мы вас поздравляем. Желаем вам всего самого хорошего. Берегите друг друга. Любите друг друга. Да, выступайте друг другу. Я прошу. Вот. Пусть все в вашей жизни будет так, как вы того хотите, как вы того запланировали. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Мы вас очень любим. Вас тоже. Спасибо. Спасибо. Ну, я понимаю, что ты меня не дай. Спасибо большое. Молодец. Я вам говорю.